Доброе утро! Интернет-сервис для физических лиц позволяет получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом. Также в личном кабинете можно отслеживать состояние расчетов с бюджетом, подать декларации по подоходному налогу, получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость, земельного, транспортного и подоходного налогов, оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи посредством интернет-банкинга, общаться с инспекцией МНС без личного визита. На главной странице портала Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь расположена ссылка «Личный кабинет плательщика», которая является единым входом в личный кабинет для любой категории плательщиков. Как подключиться к личному кабинету? На данный момент предложено три способа входа в личный кабинет физического лица. По ключу электронной цифровой подписи, по логину, паролю или мобильной ЭЦП получить логин и пароль можно при личном посещении любого налогового органа Республики Беларусь с документом, удостоверяющим личность. Посредством регистрации через межбанковскую систему идентификации МСИ. Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, состоящие на учете в налоговых органах, путем регистрации через мобильных операторов А1 МТС, самостоятельно, без посещения налогового органа. Пройти регистрацию в личном кабинете через мобильного оператора могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, состоящие на учете в налоговых органах и имеющие номера абонента А1 либо МТС, зарегистрированного за плательщиком. Последние два способа не требуют посещения налогового органа и организованы с помощью цифровых каналов обслуживания. Если хотите получить доступ к личному кабинету плательщика с помощью электронной цифровой подписи, нужно получить носитель ключевой информации и сертификат открытого ключа проверки ЭЦП. Его выдает удостоверяющий центр, аккредитованный в государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.